Всем привет! Сегодня мы будем запекать рыбу в духовке. Для этого нам потребуется сама рыбка. Эта рыбка в Греции называется бакалярус. Еще нам потребуются помидоры, лук, одна картофелина, лимонный сок, морковка, фенхель и орегано. Можно взять любые приправы, которые вы любите, например, приправу к рыбе. Еще нам потребуется оливковое масло и соль. Итак, начинаем готовить. Рыбу я почистила, отрезала плавники, и сейчас нужно будет ее порезать на порционные кусочки. Овощи я подготовила. В миску я добавляю оливковое масло, картофель, фенхель, морковку, лук. Еще сверху добавляю масло. Добавляю соли и перемешиваю все. Орегано. Рыбку я немножко солю. На противень я добавляю немного оливкового масла. Выкладываю сюда картошку. Сверху выкладываем остальные овощи. Делаем такую перинку из овощей. Далее выкладываем рыбу. Поливаем немножко оливковым маслом. Выкладываем сюда лимоны. Дольки лимона. И сверху выкладываем помидоры. Вот такая красотища у нас получилась. И сейчас мы запекаем рыбку в духовке при температуре 180 градусов до готовности. Посмотрите, какая вкусная и красивая рыбка получилась. Рецепт очень простой и легкий. Готовьте и вы. Благодарю, что смотрели мое видео. Благодарю за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Всем пока-пока!